Итак, ребята, всем привет! С вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть Battlefield 4. И, ребята, играем мы на карте операции Взаперти, как она так называется. Карта реально офигенная. Мне вот эта карта, наверное, карта реально офигенная, мне она очень нравится. И, в принципе, сейчас мы попытаемся. Немножко, как бы, постараемся даже получше сыграть, чем в предыдущий раз. Ну, в принципе, в предыдущий раз мы тоже неплохо сыграли, но попытаемся мы, ребята. Так, сейчас мы модифицируем немножко свою М-ку, М416. Вот, сейчас тут нереально просто мясо будет. Вот тут самое большое мясо, вот тут на входе, как бы, вот в эту... В этот зал тут всегда просто нереальное количество народу, и вот так просто пройти никак нельзя. Нет, никого мы что-то не убиваем. А вот туда мне просто очко войти, если честно, пока что. Мы только что нейтрализовали цель. Да, а, ладно. Так, одного убили. Ай, не, у вас там уже слишком большая куча. Давай. Очко вот туда идти, если честно. Держи свою аптечку, чувак. И да фиг его знает, как мы туда вообще пройдем. Давайте вот сюда попытаемся пройти. Вот одного. А, ну в принципе обошли. Ладно, давайте дальше. Захватили там уже хотя бы пару точек наши. Пока мы вот этих там сдерживали. Ой, захватили вот эту самую, как бы. Так. Вот, аптечка, парень. Нужно бы аптечку получше, как бы, вот другую, которая побольше, как бы она лучше лечит. И быстрее. Потому что это... Такая маленькая, как бы, аптечка. Наблюдаем вражеского пулеметчика. Он хвостом подходит позиции. Убирай! Двоих убили. Так, там у нас никого, а вот тут... Ух, ну ни хрена себе вас там столько. Давай. Давайте действительно сейчас, может, улучшим нашу М-ку. М416, какие-то пару модификаций туда добавим. О, убили. Так. Всем позывным, это главный. Наступать и удерживать отмеченный сектор. Ух, ни хрена себе вас тут столько. Так. Ну, в принципе, счетчик, я думаю, пока что нормальный такой. Так, давайте улучшим нашу эмочку.
Хотя пока что нет. Давайте еще, может, разок пойдем. Ух, там уже. Или где-то. С другой стороны уже заходит, как я понял. Вы... Нет. Собирай свои медикаменты. О, еще одного убили. Так. Отлично. А, ну да, уже сзади заходит. Так. Давайте пойдем вот сюда. Не знаю, уже там есть еще кто-то там. Думаю, что еще есть. Так, давайте лечимся. Так, ну... Прорваться бы хотя бы вот туда немножко подальше, а то просто... Воу, дайте пройти! Ни хрена себе, сколько вас там уже везде набежало. Во, капот. Ни хрен пройдешь. Куда? Вам, ладно. Так, отлично. Так. Ух, ладно, косяки. Ну давай уже. Сзади обходит уже. Так, давайте. Вот сейчас улучшим эмку. Так, тут у нас что можно? Так, тут у нас... Нет, пока что будет вот так. Тут у нас... А вот тут у нас не знаю. Пускай будет вот так, и, в принципе, цвет тот же. И давайте еще пистолет. Так. А, он уже как бы... Все, отлично. Ого, тут еще и цвет можно выключать. Внимание, еще что-то такое. Мы только что... Так, ладно. Да где вас столько берется-то? Кто это? Кто вообще где? Так, давайте. Захватим. Отлично. Вот самый большой, как бы, везде много, как бы, народу. И... Вот в этом месте. Тут, как бы, всегда столько народу, и вот всегда вот такие перестрелки.
Ну, как бы, вот не такие перестрелки. Ну, с одного стороны, с одной стороны стоит, как бы, одна команда, да, на начале, и с другой, как бы, другая. И вот перестреливается вот так. Вот пробраться бы туда подальше. Вот сюда, например. А вот тут уже фиг знает. А, да, капут. Я его убил. Ну давай уже. Так. Отлично. Первая помощь, собирай! Во, капут народу тут. А, так. Да ну нафиг. Да, со всех сторон 30 человек бежит и... Капут. Вот народу там... Смотрите на карту. Да ну нафиг. Так, тут кто-то... Ладно. Ну давай же, так. Идем опять вот сюда. Народу там... Сдуреть. Так. Ой, не-не-не-не-не. Так. Охренеть, с одного выстрела сразу троих убил. Давай-ка я тебя починю. Ну, капут. Так, ладно, идем мы опять сюда. Тут всегда столько людей, что... О, одного убил. Еще одного убил. Так. Тут кто? Ух, да ну нафиг. Ну, в принципе, неплохой такой счетчик, да? Так, давайте идем вот сюда. Так, не-не-не-не-не-не.
Да ну, я даже как-то не заметил, что там столько людей. Ну давай уже. Да капут! Пройти негде, вот тут. Ладно. Давайте, может, снайперку возьмем просто по приколу. Да ну, вас там столько, что сдуреть можно. Да ну нахрен, да там-то гранатометы, пулеметы и хрен да ну нафиг, вот тут, в центре вот этой карты, ну сдуреть можно просто. Тут или оббегать нужно, или... Да отойди ты, мудачина, дур... Не, мудачина, ну доставали тут кучами и фиг пройдешь. Внимание! Важная цель достоверно опознана. Ликвидируйте ее. Так, одного убили. Еще одного убили. Еще кто-то? Да ну нафиг, да там столько, что сдуреть надо. Все и да нет. Да сколько? Все, нет там больше никого. Или есть. Есть. Во, гранаты. Так. Всем бойцам, наступать и удерживать отмеченную позицию. А, вот этот чувак сзади зашел. А вот тут еще никак никто не разойдется. Столько их тут сдуреть можно. А, ну в принципе все, ребята. Выиграла опять наша команда.
Счетчик, в принципе, нормальный такой. Для второй игры, да, которую я играю и снимаю, Battlefield 4. Сейчас, сколько тут опыта и вот этого всего. А чё тут открыл? А. Ну, 10 уровень уже, ребята. В принципе, нормально. Давайте всё-таки на этом заканчивать. Ставьте лайки, ребята. Кому нравится Battlefield 4. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.